Всем привет! Это пятый сезон «Голоса». История началась еще с первого сезона, когда я не прошел кастинг даже в Останкино. Меня первым объявили. Житов прошел. Я такой... Ура! Когда люди идут к чему-то долго, они к этому по-другому относятся, они это больше ценят. Мне пока везет то, что я за двумя зайцами гонюсь и пока двоих ловлю. Нужно действительно уже как бы уходить в «Голос». Я пишу саундтреки в разные мультсериалы. Кроме того, иногда озвучиваю персонажи разные. Ложись, медвежонок, усни до утра. Сложно, да. И бывают и истерики иногда, потому что человек не робот, он человек. Азарт необходим любому творческому человеку, который хотел бы стать известным. Это не годится. Тут такой должен быть небольшой отвяз. Тебе нечего там делать, давай эмоцию. «Голос» дал очень многое. Я просто вышел уже на эту, даже еще не с первой ноты, я уже победил для себя. «Голос» на самой высокой ноте. 6 января на Первом.